Привет, друзья! Я никогда не снимал видео с применением хромакея, и вот я решил впервые попробовать. Купил у друга хромакей за 4500 рублей. Посмотрите, что он из себя представляет. Такой вот треножник, на котором подвешивалось такое здоровенное полотно. Ну, грубо говоря, 2 метра на 2,5, до самого потолка это полотно идет. Вот вы увидите, что это обычный треножник, который может регулироваться, опускаться, подниматься. И вверху такая как бы вешалка. Огромная вешалка с 2 прищепками. И вот и все. Очень простое сооружение, обошлось мне всего лишь в 4500 рублей. Ну, с другой стороны, если нет возможности купить хромакей за 4500, то можно просто купить зеленое полотно и бесплатно натянуть его на стене или на бельевой веревке. Главное, чтобы был зеленый фон. Посмотрим же, как можно наложить что-то теперь на фон в тех или иных программах. Итак, давайте возьмем даже самую простую программу, которая только вообще может быть. Это Pinnacle Studio 14. Старая, бесплатная программа, очень маленькая, простая в установке, легкая. Пользуюсь ей уже давно. Уже сейчас перехожу на Premiere, в котором гораздо более совершенные инструменты работы с хромакеем. Ну, давайте начнем с самого простого. Просто берем, на одну дорожку кладем видео. На другую дорожку кладем фон. Вот вторая дорожка, и здесь у нас лежит фон. То есть у нас есть и видео, и фон, да? И теперь добавляем спецэффект. Вот здесь. Такой спецэффект применялся коммутатор ключа цветности. Вот и все. Или можно просто так, двойное нажатие сюда, на дорожку. Вот эта кнопочка. И то же самое, вот здесь ключ цветности, видите? Инструмент ключ цветности. Картинка картинки это будет так. А ключ цветности это просто будет замена фона зеленого той картинкой или тем видео, что вы поставили вот здесь вверху. После чего можно смотреть это видео и наслаждаться. И вы видите уже не старую тему. Вы уже видите человека на каком-то фоне. Ну вот, теперь мы видим, что у нас приблизительно получилось. И можем судить о том, стоит ли использовать хромакей для разнообразия, чтобы как-то заменить этот зеленый фон у себя дома, чтобы зрители не смотрели все время твои подписчики на стену сзади тебя или на кусок натянутого одеяла. Или все-таки этот хромакей просто не нужен. Напишите свое мнение в комментариях под видео. А я обязательно вам отвечу. И подписывайтесь на этот канал, чтобы не пропустить следующее видео. Спасибо. Друзья, не пропустите очень интересную прямую трансляцию с участием Алексея Клокотского, которого все знают так же, как натурального бодибилдера Шреддера. Вы сможете задавать вопросы в прямом эфире как Алексею, так и мне, Юрию Спасокрукотскому, так и нам обоим. В описании к видео будет специальная ссылка, чтобы задать вопрос вне очереди в голосовом режиме. Трансляция пройдет в субботу, 19 ноября в 21:30 по московскому времени. А кто хочет получать от меня рассылку, различные подарки, бонусы и скидки на мои услуги, инфопродукты, смотреть еще закрытые, не опубликованные видео, которые еще, возможно, никогда и не будут опубликованы на моем канале, обязательно зайдите ко мне на сайт и подпишитесь в секретную качалку. Вам нужно оставить только свой email, имя, пол и все. Вы будете получать от меня рассылку. Пока, друзья.